Всего несколько часов остается до начала грандиозного шоу-финала национального отбора на Евровидении. Весь день из студии 600 метров, где установлена сцена, доносятся звуки музыки. Сначала генеральный прогон от вечернего шоу, он отличался лишь отсутствием голосования. Потом репетиция гостей гала-концерта. Во время подсчета голосов для телепублики споют Алена Ланская, Саша Немо, Гюнеш. Состоится и премьера дуэта Тео и Ольги Рыжиковой, которые выступят еще и в качестве ведущих шоу. Прямую трансляцию финала белорусского отбора на Евровидении будут вести телеканалы «Беларусь-1» и «Спутниковый Беларусь-24». Начало в 22:00. Партнером финала национального отборочного тура Евровидения стал Альфа-банк, который представляет кредитную карточку «Моцная». Она сочетает преимущества и безопасность национальной платежной системы, беспроцентный льготный период и широкую программу скидок в популярных торговых сетях. А белорусские участники Евровидения, которого сегодня выберут в прямом эфире, получат от Альфа-банка еще и денежный приз. Отмечу, что судьба делегата нашей страны на Евровидении зависит только от зрителей, именно от ваших звонков и смс-сообщений. Лидер голосования представит Беларусь в Швеции в мае.